Здравствуйте, вас приветствует канал SPV Comp. Хочу рассказать об антивирусном сканере Касперский Virus Remove Tool. Запуск. Запускаем от имени администратора. Читаем лицензионное соглашение. Помните, пока вы две эти галочки не поставите, работать не будет. Принять. Идет инициализация, распаковка временных файлов для запуска. Придется подождать. Итак, возникло окно. Касперский Virus Remove Tools. Карантин, отчет, все готово к проверке. Я рекомендую выбрать вручную. Изменить параметры. Добавить объекты. И вот теперь можно полностью проверять то, что вы хотите. Допустим, диск C. Выбрали. Окей. Окей. Начать проверку. Вот теперь он будет выбирать именно то, что нам нужно. Потому что если вирусы только лишь в оперативной памяти или в каких-то там других участках, то это надежнее. Наша операционная система установлена на диске C. Все, что важное, все хранится там. Так что проверяйте именно диск C. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV Comp и заходите на наш сайт spvcomp.com. Ссылку на скачивание данного сканера я оставлю в описании.